Ну а Следственный комитет республики отмечает сегодня 6 лет со дня основания. По данным, за эти годы на территории республики раскрыты и переданы в суд сотни наиболее сложных и актуальных уголовных дел. Всего в Якутии работают 17 территориальных следственных отделов. Сегодня на торжественном собрании государственными наградами и благодарственными письмами отметили лучших сотрудников. В Следственном управлении по республике служат профессиональные специалисты. Они, не считаясь с личным временем, выполняют сложные задачи. Сотрудники Следственного управления республики работают в условиях высокого физического и эмоционального напряжения в любое время дня и ночи, невзирая на погодные условия, выходные и праздничные дни. На их плечах лежит колоссальная ответственность за судьбы людей.